Ребята, всем привет! Сходила в магазин, купила немного витаминов. Взяла изюм, курагу, миндаль и фундук. Давно я эту не наполняла свою штучку всякими разными вкусностями. Вот настал этот момент. Все, теперь у меня запас пополнен, и весна нужно кушать очень много витаминов. Пеппа. О, под карандаши. Ага. А Пеппа находится аж в центре. Они с Оливией ездили в Пеппа. Что там еще? Такой блокнотик. Вот такой вот. А это, ну понятно, это зачем? Это мне понятно. Одобрямся. А это тебе зачем? Это прикольно, это не надо. А дай попробуй. Такая обычная конверта. Прикольно. Они не отваливаются, эти штучки? Нет. Я их не буду находить на полу. Он классный. Да. Он уж долго крутится. Зачем тебе он? А зачем мне? А что Оливка купила? Она что-нибудь купила? Я тоже купила, только еще упаковку для этого отдельно. Не покупала такого блокнота. А, вот это купила? Ну, да. Тоже такое себе. Сука. А вы как туда идея пришла вам в Пеппа поехать? Не знаю, Оливия, давай в Пеппа. Я говорю, давай. Сколько он стоит? 3 злота? Ну. А блокнотик сколько стоит? Блокнотик 2 злота. Угу. Что будешь сюда записывать? Какие-то дела. Ну, точно не связанные, наверное, с уроками. 100%. Наверное. Кстати, пойду проверю, какую тебе отметку Паня выставила по чтению. Ты сегодня ее читала. А, окей. Так, вот смотрите, Милена исправила текст, прочитала на 4 с минусом. Алло? Здравствуйте, Сергей. Как у вас дела? И у меня все хорошо. Смотрите, я включу на запись для того, чтобы руководитель смог ознакомиться с нашим собеседованием и узнать больше информации о вас, чтобы не задавать уже повторяющиеся вопросы на личной встрече. Я вас долго не задержу, поэтому я думаю, что в пределах там 70 минут, 7-10 минут мы с вами уложимся. Есть буквально несколько вопросов вот относительно опыта. Да, я посмотрела, что вы все, что касается по регламенту с задачами, да, вы со всеми сталкивались, и у вас нет никаких там, ну, грубо говоря, вопросов или сложностей, которые бы могли возникнуть относительно вот этой должности. Угу. Угу. Ну, конечно, да. Отчеты ведутся в таблицах, и непосредственно здесь абсолютно ничего сложного нет, просто вносить туда данные. Расскажите, пожалуйста, вот я смотрела, что вы вели проект про доставку еды в город Мурманск. Можете подробнее рассказать, как долго были в этом проекте, что делали, почему ушли с этого проекта? Ну, в общем, вот так.
Я сегодня снова готовлю, потому что нету гарнира. Я просто варю картофель и потом сделаю его с укропом. И жарю блинчики. Оставалось немного у меня кефира, чуть-чуть сметаны оставалось. И поэтому я думаю, чего оно все будет там у меня лежать без дела. Да, да, я могу его тут хорошенечко-то и применить. Поэтому ничего не пропадает. Навела в холодильнике порядок. Купила сегодня яйца по акции. Там было 30. Видите, я их распределила сюда, еще и туда. Все разложила, потому что когда в холодильнике бардак, ну это просто невозможно. Салат у нас улетает просто в секунды. Руслан только одну пачку себе замешивает. Я тут сделала, нарезала китайскую капусту, огурец и укроп. Потому что одну эту кушать тоже один и тот же салат. Так-то 4 злотых упаковка стоит. Ладно. Не буду отвлекаться, а то сгорит все. Передумала я делать ее с укропом. Я сделала пюре. Пришел как раз Руслан, и мне ее потолок. И блины. Милена! Милена!